первый день весны в Наукограде прошло соревнование «Лыжня Кольцова-2008». Несмотря на то, что температура воздуха поднялась выше нулевой отметки, а снег подтаял, на лыжне собралось более 100 человек. Покататься и получить заряд энергии или просто поболеть за друзей. Сегодня на эти соревнования собрались коллективы «Вектора», «Промтехэнерго», «НРБ». Наиболее массовая команда «Вектора» будет награждена специально учрежденным кубком. Также мы будем отмечать самую спортивную семью, которая пришла участвовать. Сегодня на соревнования собрались 113 участников. Дорогие друзья, сегодня так устроена наша жизнь. Первый день весны, а мы сегодня встречаемся на лыжах. Это по-настоящему по-сибирски, потому что март месяц всегда в Сибири был истинно лыжным и горнолыжным. Дошколята катались на отдельной лыжне. Дистанция 200 метров. Малышей поддерживали родители, а на финише ждали сладкие призы. Шестилетний Федор Колесников любит больше плавание, но круг одолел первым, а в подарок получил упаковку мыльных пузырей. Как ты так дистанцию первой прошел? Потому что я первую начал. Тебе кто-то помогал? Нет. Сегодня на празднике, в первый день весны, участвует у нас вся семья, кроме мамы. Два сына, дочка и папа в разных возрастных категориях. Папа в возрасте 50 лет, значит, дошкольников двое, 6 лет и 3 лет, и сынок 12 лет. Все в разных возрастных категориях, но первый дошкольник уже занял первое место. Мы очень рады. Первый раз вышел на лыжню в соревнованиях и занял призовое место, чему мы все счастливы. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Многие спортсмены уверенно финишировали. Некоторые устали, но никто не сошел с дистанции. Тяжело было? Тяжело. Как трасса? Трасса хорошая. Те, кто уже преодолел дистанцию, пили горячий чай и делились впечатлениями. Соревнования понравились. Народу много, веселые все. Подкачала трасса, лыжи очень сильно скользили, отдача. Но так все хорошо, все замечательно. Игорь, как трасса была? Тяжеловато, со стоем тем, что снег подтаял. То есть на спусках лыжи останавливаются. Ну, самое главное удовольствие в Бернде получили с главой администрации. Всеми с остальными спасибо. Фух. Хороший снежок раздрыхлил ее. Пришлось даже на повороте упасть и подняться. Ну ничего, без этого не сибирская лыжня. Всех праздником! Катаемся на лыжах! Стану здоровья! Николай Глушков, любитель зимнего плавания и спортсмен, сегодня не смог встать на лыжи, зато оказался судьей. Уровень растет, потому что появляются спортсмены. То есть Кольцово, на самом деле, в Кольцово готовит спортсменов уровня области и России. Вот мы их будем смотреть первые. Победителям достались грамоты, медали и призы. Коллективы «Вектора» и Новосибирской районной больницы номер 1 были признаны самыми спортивными и получили дипломы. А «Вектору» достался еще и специальный кубок. Вручаю его с удовольствием Галине Вячеславовне Кабловой, нашему депутату, еще и председателю правкома. Она сама на лыжах вывела. И этот кубок переходящий. Но я хочу сказать, что «Вектор» показал пример того, как надо выходить и стартовать. Я думаю, он поддержит марку, но им всегда дышит затылок коллектив НРБ. Лыжня Кольцова проводится второй раз в истории поселка. Весной 2007 года прошло первое соревнование, приуроченное к открытию лыжной базы. Теперь состязание становится традиционным. Оно сразу же полюбилось кольцовцам. Молодцы! Так, спасибо!